Черникова. И мы сегодня фактически завершаем нашу передачу. Но я хотел сказать еще бы один аспект с точки зрения своего как ведущей программы, что в одном из интервью с Сергеем он говорил, что если жизнь пошла, возможно, другим чередом, он бы сегодня был генералом, да? Возможно. Возможно, да. Я, Сергей, скажу от себя, знаешь, неважно, был бы ты генералом, или был полковником, или был просто лейтенантом. Важно, наверняка, для той части населения, которая носит штаны, а не юбки, да, по моему мнению, три вещи. То есть годам к 40 человек, который носит штаны, должен состояться как мужчина, как отец и как личность. И остальное все это полная ерунда. И напомню, что сегодня у нас в студии был Сергей Черников, писатель, офицер, настоящий мужчина, певец. Песни исполнения Сергея можно найти на портале YouTube, соответственно, используя поисковую систему. А книгу можно будет прочитать, когда? Уже есть на полках магазина «Поларис». Каких магазинах именно? «Поларис». «Полярис», да? То есть, соответственно, книгу Сергея Черникова, которая называется «Рига. Криминальная терра-коммерс», могу сказать от себя, я ее уже, эту книгу прочитал, аналога в Латвии нет. Так что, у кого есть желание, пожалуйста, магазин «Полярис» и приобретайте книгу. И самое главное, читайте. Это на самом деле уникальная работа. И я благодарю Сергея, что он нашел время прийти нам на студию. Я допускаю вариант и надеюсь, что это не последняя встреча, потому что я всегда люблю интервьюировать и вообще разговаривать, как я говорю, умными людьми. Ну, это моя такая подколка. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Я думаю, что мы не прощаемся. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Все если со мной ничего не произойдет по линии форс-мажоров, то завтра я буду 12 часов и буду интервьюировать одного нациста в Латвии. Это на полном серьезе, это без юмора, да? И, как всегда, мне здесь уже опять машет пальцами, да, что надо говорить, что я за все отвечаю, все закрывается и так далее. Всего вам хорошего, до новых встреч. До свидания.